Это последняя группа мигрантов, направляющихся через территорию Словении к городу Брежичи на австрийской границе пешком. Лагерь беженцев Брежичи переполнен, и теперь Любляна будет впускать через хорватскую границу лишь столько новоприбывших, сколько согласится принять потом Австрия. Из Хорватии мигрантов будут привозить на поездах. Контроль на границе и пересадка в другой поезд, идущий в Австрию. Юрист Хасан из Сирии. Он мечтает добраться до Норвегии. Хасан сбежал из родной Раки после того, как вступил в открытую конфронтацию с боевиками ИГИЛ, которые объявили город своей столицей. Я сказал им, что они преступники, то, что они творят, это не ислам и не шариат. Если я выучу язык, то смогу познакомиться с норвежскими юристами. Может, они помогут мне с работой. Но если война закончится, я хотел бы вернуться в Сирию. 10 дней назад Венгрия закрыла свою границу с Хорватией. Словения остается для мигрантов едва ли не единственным путем в Западную Европу. Однако двухмиллионная страна не справляется с огромным наплывом мигрантов и теперь намерена лишь регистрировать их и как можно скорее направлять дальше.